Всем привет! Анализирую сейчас, что выдает YouTube в графе «набирающие популярность». И второй видос за сегодня – это видео Вилсакома Apple Leaks «Синий iPhone 7 на 2 сим-карты». Видео это я еще не смотрел. Давайте проанализируем его. Оно идет 3 минуты 43 секунды. И сразу же реклама Озона, которую можно пропустить. Это хорошо. Apple Leaks. Утечки Apple, все слухи. iPhone 7. Ждем ожидания в сентябре. Ну что ж, такая длинная. Jailbreak. Еще и вставка. Ну, Валентин Петухов не может, просто не в состоянии делать плохие видео. Видос хороший. Даже по двум кликам, которым я совершил на данном видосе, я уже понимаю, что видео хорошее, iPhone 7 выйдет, и он будет круче в 2 раза. Или даже в 2,5 раза он будет круче iPhone 6 Plus. Я владелец iPhone 6 просто без плюса, уже пользуюсь им более 1,5 лет, доволен, телефон меня устраивает, все супер. Ну а семерка, это будет просто взрыв мозга, гарантирую вам. Ссылка на видео Валентина, кто вдруг не видел его, находится в описании под моим роликом. Моему ролику вы ставьте лайк, плиз, подписывайтесь на канал, и будет вам счастье. Покеда.